Всем привет, всем отличный весенний день. Я предлагаю тебе прогуляться со мной по улице Некрасова. Начнем мы нашу прогулку с сада Некрасовского и памятник ему. Интересный книжный магазин, который я вам сейчас покажу изнутри. Также здесь есть неплохой, не знаю, лавка, это кулинарная или столовая, пекарня. Все, знаете, типа в одном месте можно здесь вкусно отобедать либо позавтракать, даже поужинать, представляете? А еще у Некрасова 10 есть и такой замечательный большой театр кукол с такими выдающимися атлантами. Наша с вами увлекательная прогулка по улице Некрасова подошла к концу, и вышли мы с вами на Литейный проспект. Я хочу сказать, что подписывайтесь на мой канал в YouTube и на группу ВКонтакте. Очень много интересных видео, интересных маршрутов, интересных мест, просто которые, знаешь, ты решишь когда-то просто пойти или пойти погулять по Питеру, или приехать сюда впервые, или приехать в очередной раз, то обязательно интересный маршрут ты найдешь у меня на странице в моем профиле или канале. Так что подписывайся, ставь лайк и не забывай о колокольчике, это все очень важно.